А теперь смотрите, закон 1990. Если продукт входит впервые на рынок, то 1% насыщения, 90% насыщения рынка. Что это такое? Если вы попали в 1%, вы стали миллионером. Запишите и подчеркните тремя жирными чертами. Продукт здесь не имеет значения. Имеет значение закон 1 плюс 1, имеет значение закон 1990. Если человек не профессионал, он всегда, мы видим непрофессионала сразу, потому что он начинает с продукта. А продукт в технологии продажи, а продажа это изменение точки зрения, всегда стоит на третьем месте и вообще не имеет значения. Это отдельная тема и отдельная школа. Итак, 1%, если вы попали в 1%, вы миллионер. Пример. Буш, старший, президент Соединенных Штатов Америки, попал в 1% компании Amway. Вы тоже читали эту книгу? Нет. А я ее изучал. Итак, 1% компании Amway. Он купил, они же там в Техасе, у них типа лошадки, они ковбойцы, да, и они скакали. Да? И им очень понравился продукт, потому что можно мыть лошадей без химии, без яда химикатов. Поэтому ему понравился этот продукт. А также можно было мыть конюшни, продукт ЛОК. Все слышали? Да. Все. Я тоже им пользуюсь, хороший продукт. Хотя есть сегодня более современные технологии, но мы об этом не будем. Прекрасный продукт. Он подписал несколько ковбойцев других. Те тоже начали приобретать этот продукт. Дальше, дальше, дальше. Дальше сработал закон 1 плюс 1. А дальше под него стало несколько стран. Корея, так? И прочее, прочее, прочее. И в итоге он заработал миллионы, которые превратились в десятки, потом в сотни миллионов долларов. И вот эти деньги, уважаемые дамы и господа, не помешали ему стать президентом Соединенных Штатов Америки. Вы понимаете, как не помешали? Или не очень? Как они могут помешать? Ага, ага. У вас какая проблема? Церковь надо построить? Господи, вам миллиона хватит? Возьмите. Миллион возьмите. Вы возьмете? Конечно. А вы будете за меня голосовать? О, еще как. А у вас что проблема? Дом престарелых? Миллион хватит вам. Возьмете, маловато, но еще поторгуемся, ну ладно, еще полмиллиона вам. Итак, вот что такое 1%. И это еще не все. Впервые в истории человечества это внесено в книгу рекордов Гиннесса. Сын одного президента, то есть сын президента становится тоже президентом Соединенных Штатов. И это вошло в книгу рекордов Гиннесса. Он говорит, да не хочу я быть президентом, папа. Я хочу, я ковбоец, мне нравится, да лошади. Он говорит, сынок, надо нам приумножить это. И второй сын становится тоже президентом. Теперь он понят, что такое процент? Вы понимаете, что такое процент? Вы понимаете? Замечательно. Итак, вот что такое 1%. Если вы попадаете в 9%, ваш заработок будет от 10 до 100 тысяч долларов в месяц. Скажите, пожалуйста, а почему такой интервал от 10 до 100? Ведь лучше получать 100 тысяч в месяц долларов, чем 10. А? Почему? Нет, дело-то не в работе. Вы вообще здесь не имеете значения. Здесь имеет значение только 1 плюс 1 и 1990. Все. Но неужели непонятно, почему? Все зависит от того, где вы. Ближе сюда или ближе сюда. Рынок-то насыщается. Мы об этом и говорим.
А если вы попали в 90%, ваш заработок будет $3000 плюс-минус $3000. Хорошие деньги.